сдерживать в клетку. Боец из Азербайджана. Нариман Аббасов! И очень опасно пошел вперед тут же Нариман Аббасов. Вновь на встречных курсах попадает сейчас Нариман Аббасов. Забрал спину и красиво! Вот это да! Боец из Казахстана! Вопрос еще упора! Один! Нариман Аббасов родился 1 февраля 1994 года в Казахстане, в городе Шымкент. В возрасте 6 лет он начал заниматься карате и вольной борьбой. Аббасов прожил в Казахстане до 8 лет, после чего с семьей переехал в Баку. В Азербайджане Нариман начал заниматься боксом, став чемпионом Баку и Азербайджана в этой дисциплине. Следующим увлечением бойца стали смешанные единоборства. Ассаламу алейкум, меня зовут Нариман Аббасов, я представляю клуб Кабеля и ТТ. У меня бой будет Fight Night Global в Алмате. Мой соперник Адил Баранбаев. Біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 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 арландай, тарландай біздің жігіттер. Мені, 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 біздің жігіттер, жігіттер, жігіттер. Ассаламу алейкум всем, меня зовут Баранбаев Адиль, я представляю Казахстан, клуб Казахстан Топ Тим. Мне 33 года и мой соперник Нариман Аббасов. Подготовка проходит в Казахстан Топ Тим. Так же, как обычно, мои братья, спарринг, партнеры, все всегда. Смешанные единоборства, там все может быть. Ребята выходят универсальные, и в стойке дерутся, и в партере. Тем более Fight Nights — это одна из лучших организаций мира, и там ребята во всех аспектах подготовлены. И он не простой соперник, дрался только с лучшими. Он находится в пятерке. Это все о нем говорит, наверное. В ММА Аббасов дважды смог стать чемпионом мира, а также чемпионом Азии и обладателем Кубка мира. Сегодня он лучший легковес в Азербайджане и занимает 4-ю строчку рейтинга Fight Nights Global. Нариман к нам пришел. Нариман был у меня в втором группе. Очень непредсказуемый боец. Первый бой Наримана был. После этого я видел, что у этого человека на самом деле есть характер. Он, у него дух есть. За 3 недели до боя, и мы слышали, что бой с Куатом отменен. Мы же на НЛО готовились. Нам предложили Адилем Баранбаевым. Мне без разницы, Куат или Баранбаев, я готов. Я видел его бой, который он нокаутировал топового бойца Fight Nights Венера Галиева. И это говорит о том, что он сильный боец. Смешанное единоборство, получается, идет борьба, как и везде. Ну, в жизни она сама есть борьба. По жизни ты за свои ценности, правильно? За свою семью, за своих родных, близких. Также и получается, в клетке ты выходишь и также борешься и бьешься. И в этой жизни вообще вывод я сделал для себя, что всегда, несмотря ни на что, надо идти вперед. Если ты упал, ты должен встать и продолжать бороться. У меня есть семья, есть мои близкие, мои дети, которые я должен обеспечить будущее, чтобы они жили в достатке. Легкий весь Fight Night, сейчас новый чемпион Ахмедалиев. Про боя Ахмедалиева и Магомед Саигида Алибекова, я думаю, что у Саигида не получился. Он не смог свое делать. Но у меня все получится с Ахмедом Алиевым, я смогу его выиграть. Конечно же, это мой цель, пояс. Я очень хочу этот пояс завоевать и принести в Баку. После этого боя, я думаю, у меня будет сумма бой. Главное преимущество в этом бою, я думаю, что это будет моя публика, моя поддержка. Я дерусь дома. С другой стороны, груз ответственности есть. Буду, как говорится, биться до конца. И у меня есть опыт драться с сильными, с опытными, с топовыми бойцами. Так что в этом бою против Наримана Аббасова я готов на все 100%.